Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала Афромангу Мукбангу. Ну что ж, очередная сырно-мясная тарелочка. Все напишу в описании. Так что прочтете. Так, чай помешаем. Приятного аппетита, кто ужинает. Хлеб мягкий-мягкий. Да. Свежий-свежий. Почти 600 новых трамваев получит Петербург до 2028 года. Первые 25 моделей трамвая «Богатырь-М» производства транспортной системы уже поступили в город. «Богатырь-М» низкопольный. Люди высокие. Вкуснотища. Да, очень вкусно. Yes.
80. Софи Лорен, вот. Видишь? Боже мой. Не узнал. Да. Бабыга. Что только не придумать, да? Монитор Philips, сочетание ЖК экрана и чернильного дисплея. Ну, то есть это как в этой, в электронных книгах. Там же электронные чернила. Вот они взяли, совместили. В янтаре неизвестное насекомое 35 миллионов лет. В Балтийском море янтарь нашли. Где это? Поэтому янтарю цены нет. Конечно. Были с насекомым. Угу. Ученые. Производственный? А? Производственный этот самый процесс. В рабочем процессе? Наверное. Либо конкретно человек нашел. Разница большая, понимаешь? Если это человек нашел, то... А, ученые из университета Гренады. Они нашли? Да. Это кто такие? Ученые? Наши ученые? Нет. А? Нет. Ясно.
Черных много. По всему миру. Вот так еще. Следующий-то год. Год кота. Угу. Почему кота? Кота следующий год. Этот год кошки. Этот год тигра, следующий кота. Ну, тигр и кот в основном семейство кошачьих. Ну, должно быть что-то другое. Кролика. А, я ошибся. Я тебе говорю, что тигры, хищные животные и домашние коты — это одно семейство. А, простите, простите, извините, год голубого водяного кролика. Он, оказывается, еще и водяной. Мама, налей. Налей, пожалуйста. Но где... японский кролик. А пока наверное, по китайскому будет год кота. Ну вот что. А, вот китайский черный кот, да. По китайскому... год черного кота, а по японскому кролика. А по русскому? А по русскому просто год 2023. Кот в виде кролика. Котокролик. Котокролик. Вместе котокролик. Да, 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 да. Котокролик. Есть же котопес, мой мультфильм. Будет теперь котокролик. Год. Тут две культуры, понимаешь? Да. Японская и китайская. Да, да, конечно. Спасибо.
сегодня еду в трамвае. Одну остановку проехал, вторую остановку проехал. Вечером, что ли? Нет, утром. А почему проехал? Ну, я имею в виду, что как, ну, как обычный, как уехал. Нет, нет. Проехал он чуть-чуть от этого самого, от метро, и остановился. А я думаю, что-то там произошло опять на линиях. Опять, наверное, машины там столкнулись, либо с трамваем, либо машины сами столкнулись. Ну, в общем, ДТП, короче. На трамвайных путях, да. Пришлось выйти. Ну так что конкретно произошло-то? Поехать на троллейбусе. Вышел, поехал на троллейбусе? Угу. А что там было? Не знаешь? Что там произошло? Авария, наверное. Ага, понятно. ДТП. Троллейбус вообще не войти. Вот не войти. Этот один вагон. Ну, просто вот троллейбус. Они все тесные вообще. Поэтому я тебе говорю, что успевай на электричку. Угу. Понятно? Мы позавчера об этом говорили. И в троллейбусе такой там случай был. В конце едет. Это в конце был. Стоял или сидел пассажир там. Ну, ехал зайцем. К нему кондукторша подходит там. Спрашивает билет там. Ну, либо оплачиваете, либо предъявляете этот самый подорожник там, либо банковскую карту. А у него ничего нет. Ну, сколько она к нему подходила? Раза три, наверное. На третий раз женщина решила за него заплатить. Uh-huh. Я слышал этот разговор там. Это. Uh-huh. Давайте я за него, мол, заплачу. Uh-huh. Uh-huh. Есть же люди добрые, правильно? Да. Мир не без добрых людей. Народу в троллейбусе ужас. Конечно, потому что из трамвая все вышли. Домой ехать надо. Не, не домой, наоборот, на работу. А, утром. Угу. Там было. Кто хочет так поступить? Никто не хочет. Опоздания не поощряются. Хотя это не их вина, но все равно. Пишут? Да. Пишут. У тебя там на ноже, по-моему, нет. Да. Что? Но я не вижу. Нет, она же не вижу. А вы тогда убери оттуда. О. Извиняюсь, техническая неполадка. Это надо было сделать до постановки штатива.
Еле-еле вылез из этого троллейбуса. Не вылез, а вышел. На каждой остановке все больше, ну, больше народу. Выходить не выходит, только заходит. Потому что еще не доехали. Куда надо. Ну, ты приехал вовремя. Я успел. Без опоздания? Без. Замок какой-то купили. Тевтонского ордена. В Калининграде. Купила компания из Санкт-Петербурга. Если отреставрировать, будет вообще... Какого года постройки, не знаешь? Нет. Не написано? За почти за 5 миллионов рублей. Он там написано подробные события. Какая компания? Не знаю. В течение 5 лет надо привести его в порядок. Этот замок. Ну да. Ого. 1325 год. А, то есть начало 14 века считали. Ну, четверть 14 века. Ну так. Ну, заброшка. Такое продается. Заброшенное, да. Это все равно к историческому зданию относится. Конечно. Вот и заброшено. Наверняка будет музей. Не знаю. Возможно. Нет. Но если компания купила, да какой музей? Ты что? Что-то будет такое. Крепкий замок, что простоял до нашего времени. Кирпичи. Хоть и заброшенные, но... Кирпичное здание считается каменным зданием. Сколько денег уйдет на ремонт, на реставрацию. О. Да. Крыша какая-то двухслойная. А там что, окна, что ли, решили? Да.
это была надстройка, значит. Или так построено. Вкуснотища. Mm-hmm.